Друзья мои, сейчас мы готовим мпоки вместе с сушистами. Он сейчас процессом занимается. Ну-ка рассказывай, какие ингредиенты нам нужны. Берем только одну штуку огурец, огурца, режем дольками, кубиками. Это авокадо. Его тоже разделяем пополам, разделим. Кожуру отделяем, правильно? Еще разрезы. Берем такую красивую тарелочку. Вот такую глубокую. Это вареный рис, да? Да. Где-то 150 грамм. Ложим вовнутрь. Еще что делаем дальше? Берем авокадо. Еще раз ложим. Берем тоже огурец, который нарезали кубиками. Тоже туда. Вот так выглядит пока наша попка. Берем лосось. Сколько грамм идет? 100 грамм. 100 грамм. Вот. Резнем его. Тоже кубиками. Прикладываем по отдельному. Это какой соус? Соус чума. Чума? Чума. Чума. Это японская еда или корейская? Японская. Мясо, рис, авокадо, огурец. А теперь чем будем украшать? Так. Что это? Это мама. Манго? Это мама. Это мама. Зеленые бобы. А, зеленые бобы, да? Да. Зеленые бобы, друзья мои. Лосось, соусы, огурец, авокадо, рис и зеленые бобы. Сверху украшаем. Что это называется? Зеленые. Еще раз. Лук зеленый. Лук зеленый. Все. Ну так. Все. Наш готов. Спасибо. Приятного аппетита.